Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Sony Xperia X Performance. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить режим разработчика, настройки разработчика. Итак, вначале открываем приложение «Настройки». Затем спускаемся вниз и видим здесь режим для разработчиков. Если вдруг у вас его не будет, если вдруг он будет у вас выключен, тогда смотрите, что произойдет. Давайте попробуем. Вот мы выключили режим для разработчиков. И спускаемся вниз. У меня этот режим постоянно включен. И так должно быть, в принципе, на каждом телефоне Sony Xperia X Performance. Но если вдруг у вас его здесь нет, как у меня, и вы не можете просто зайти его нормальным образом включить, тогда вы сначала должны нажать на кнопочку «О телефоне», затем спуститься вниз и нажать 7 раз на кнопочку «Номер сборки». После этого вписать пароль, либо же пин-код, что у вас там на пароле, на экране блокировки стоит. И тогда у вас эта кнопка, ну, наверняка появится, просто не имеет никакого шанса не появиться. Что ж, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч, до свидания.